друзья, сегодня мы вам расскажем, как сохранить зелень на зиму, а точнее ее заморозить. Свежая зелень делает полезнее, ароматнее любое блюдо. Когда идет сезон зелени, нужно стараться как можно больше съесть свежей. А еще нужно постараться и продлить удовольствие, и заготовить витаминную травку на зиму. Зимой пряная зелень, заготовленная своими руками, не только украсит ваше кулинарное блюдо, но также станет источником витаминов, так необходимых для организма. Отличный способ хранения зелени – это, конечно же, заморозка. В этом году нас порадовал урожай петрушки, которую мы и заморозим. Мы срезали зелень, тщательно перебрали, отделили желтые листочки и примеси других травок. Хорошенько помыли и поместили в дуршлаг, чтобы стекла вода. Разложили на полотенце, чтобы петрушка немножко просохла. Затем разрезали, разложили по пакетикам, можно в пластиковые контейнеры, и отправили в морозильную камеру. Друзья, мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, замораживайте зелень и будьте здоровы. До новых встреч. Пока-пока.